Что это за чудо-коробочка? А? ХГК. Финейр. Все дела. Ну что ж. Хопа. А это, господа, каброн-кевлар. Комплект. На корветик сейчас буду его разбирать, смотреть. Прямо жирный жирок. Так, ну что мы тут имеем? Мы тут имеем бампер задний, бампер передний. Крылья задние, крылья передние и, соответственно, карбоновая такая вот красивая торпеда. Вот такой вот супер набор. Это вайтбоди, то есть это с расширением, как раз то, чего не хватало корвету. В общем, корвет теперь будет каброн кевларовый. Народ, всем привет! Короче, прежде чем рассказать вам, почему я с прицепом и какая интересная история сегодня приключилась, есть гениальная идея. Заключается она в том... Что-то ветер на улице. Чтобы поехать в следующие выходные в Вегас с 16 по 18 июня, собрать компанию. Короче, помните, у Антохи Рыкова бусик, VIP, бус на 10 человек, такой крутой спринтер новый. Поехать на нем, потусить, но организованно собраться, взять там в аренду большую лодочку, покататься по этому водохранилищу, на дамбу гуви разгонять. Короче, потусить с блэкджеком, всеми делами, короче, по самым злачным местам собрать нужно нам 10 человек, получается. Если кто есть, кто готов вписаться, ехать в следующие выходные в Вегас, пишите, давайте думать, как это сделать. Да, все. Освобождаем помещение от ненужных тачек. Потому что нужная тачка, вот она, настоящий РТ 440 Charger 70-го года на ручной коробке, сдано мостом, все как положено. Это прямо стильный стиль. Ну и мотор здесь, друзья, вот такой вот, с двумя карбюраторами. Вот по поводу этой машины мы сегодня здесь и собрались.